в ожидании бума на биткоин-деривативы. Оператор трейдинговой платформы LedgerX запустил первый долгосрочный опцион, активом которого стал биткоин. Торги уже начались и продолжатся до 28 декабря 2018 года. Согласно условиям, у покупателя есть возможность приобрести данную криптовалюту по цене $10 000, а это почти на 30% выше его текущей стоимости. Несмотря на это, уже в первые дни опциона сразу два инвестора сообщили о готовности заключить сделку. Генеральный директор LedgerX Пол Чоу сказал: «Это первая подобная инициатива криптосообщества, но она свидетельствует о том, что инвесторы и трейдеры пристально следят за перспективами динамики роста биткоина в ближайшие пару лет».